Это важно. Информация взята из открытых источников. 29 марта 2021 года. РБК. Кипр разрешил въезд российским туристам с 1 апреля. Власти Кипра включили Россию в число стран, граждане которых могут посещать республику. Министерство здравоохранения страны опубликовало обновленный список стран, разделенный по группам в зависимости от складывающейся в них ситуации с коронавирусом. ТАСС обращает внимание на то, что Россия впервые попала в число стран, откуда с 1 апреля можно приезжать туристам. Согласно списку Минздрава, Россия, наряду с 25 странами ЕС, входящими в Шенгенскую зону, но не являющимися членами Евросоюза, Швейцарией, Лихтенштейном и Норвегией, а также такими странами, как Великобритания, Израиль, США, Украина и другими, помещена в красную группу, в которой числятся государства с высоким эпидемическим риском. Пассажиры, прибывающие из стран этой группы, должны сдать анализ ПЦР на COVID-19 за 72 часа до вылета и иметь при себе справку об отрицательном результате, а также пройти тест по прибытии на Кипр. Последний проводится за счет пассажира. Кроме того, россиянам, как и всем другим пассажирам, прилетающим на Кипр, необходимо в течение суток перед вылетом заполнить онлайн-иммиграционную форму Kypros Fly Pass. В конце марта власти Кипра сообщили, что с 1 апреля планируют открыть свои границы для российских туристов при условии отрицательных тестов на коронавирус. С 14 мая собирается разрешить въезд для всех россиян Греция. На данный момент в страну пускают не более 500 отдыхающих из России в неделю.